Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Ольга Вилдфанга. Я являюсь эрготерапевтом и специализируюсь на реабилитации верхних конечностей. В данном видео хочу предложить вам одно из популярных упражнений на латеральный пикенделит, известный как локоть теннисиста. Для этого упражнения мы будем использовать красный флексбар. Итак, позиционируем пациента либо сидя, либо стоя. Болеет у нас в данном случае правая рука. Мы фиксируем больной рукой флексбар снизу. Здоровая ручка обхватывает его сверху. Итак, мы уводим здоровую кисть в сгибание, выпрямляем руки, не забываем, что у нас стабилизированы лопатки и мышцы пресса, и на выдохе мы разрешаем флексбару вернуться в исходное положение, тем самым растянуть наши разгибатели кисти в эксцентрическом режиме. Расслабились, подтянули к себе, увели в сгибание, выпрямили, и тихонечко, медленно растянули. Данное упражнение вы повторяете 15 повторений несколько раз в день. Не забываем, что это не вся программа реабилитации по этой проблеме. Большое спасибо за внимание!